В Саратове продолжается засушливый сезон. Череда пожаров продолжилась еще одним возгоранием. Вспыхнула деревянная беседка для отдыха. Огонь уничтожил конструкцию почти мгновенно. Пожарным удалось потушить лишь догорающий остов. Площадь возгорания составила несколько десятков метров. Обгорели даже деревья, которые располагались рядом. Нет, никого здесь не было. Вообще никакой компании. Не знаю, какие причины загорания. Непонятно мне.